Привет, мой любимый зритель, ты смотришь продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 на шестерых с последним обновлением и патчем и с режимом варварские кланы. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейди к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, понимаешь, сейчас, конечно, легко задним умом говорить, вот, если бы надо было... Ну, будет побольше опыта, буду получше ориентироваться и принимать. Так это не задним умом, это вот в шахматах всегда есть, как бы, самая основная идея, ты должен понять, почему соперник сделал этот ход, для чего соперник походил вот так и прочее сделал. То есть, почему я прошу культурный союз, чтобы у меня не отвалились города? Да не, я так как бы понимал, почему. Но вот, ты же тоже понимаешь, тут нельзя полностью всем идти на уступки. То есть мне, например, война с тобой была довольно выгодная, потому что ты находишься по диагонали от меня, и далеко, если бы ты объявил мне войну, я бы просто отсиживался у себя без каких-либо там проблем. Но как она тебе выгодна, если я заключаю военный союз с Турком, с Египтом, и ну, он подожди, имеет подожди, плюс подожди, 5? Египет не захватываю, ну, дай посмотреть. Он реально чеченицу достроил Стамбулу. Класс. Так она строилась сколько там? 6 ходов. Да, город получался офигительный. Индонезия. Предложение. Следом еще одно. Да, блин. Шуми тут все ломают. Обидно. И тут плюс 3. Скажи, за счет чего тут плюс 3, не пойму. А, район. Так, знаете что тогда? А, я уже построил тут кампус. Ладно. Чьёрт побьери. Ну ладно, буду тут тогда быстрее ставить. Так, я, по-моему, там собрал. Смотрим. Промышленный, древнего, средневековья. Древнего, древнего. О! Я, варвары. Вольные города. Блин, нету. Нету возможности собрать. Блин, я вот подлодку похерил, да? А, кстати, а что с нефтью-то? У меня нефти нету, походу. То есть у меня куча пустыни, где, по идее, должна быть нефть. Не у меня, не у меня, не у меня. Кайф. Просто кайф. Я не могу свой уникальный юнит, да, делать? Ну, только если сюда город поставить, получается. Ты единственная нефть, но я тогда не могу все равно делать, да? Это бред просто. Ладно, пошли искать аэропорт. Мне нету смысла открывать. Подлодки, потому что я их не могу построить. Так, это я в Регенсбург. Блин, Швед, а может ты там не будешь еще город ставить на этой... На Одере?
Ну, можно, я тебе по эту метку и поставил. Как бы. А, я думал, это моя метка, честно говоря, блин. Я у тебя спрашивал. Да тебя ж не слышно нифига. Ну, извините. Ты лучше тогда пиши в чат, на самом деле. Окей. Но меня вообще прям плохо слышно. Ну ладно, вообще ставь город, ладно, чё я. Я там... Так, в принципе, плавать тебя тут уже посел. Ну, а чё мне швед? Ну, швед, как бы, просто он лидер. Вместе с Индонезией и Китаем. Мы уже тут никакие. Я не знаю, я почему-то на новом ноутбуке не могу настроить нормальный микрофон. Там... Все равно ничего не слышно. А я в Дискорде тебя погромче сделал, стало получше. Только ты слишком близко микрофон, походу, подносишь к рту, и если... когда говоришь, оно так шикает. А если далеко подносить, вообще меня не слышно будет. Ну не, громкость просто 160 вот, не спасает. Так. Сахар. Свинина. Убила и предложение. Так, а где? А какие города раньше были американскими? Вот то, что ниже Пинар дель Рио, это все. Вилья Клара, Санта Клара. Вилья Клара, Санта Клара, Покаяние. Салада де Чилина. А Чанду это уже нет. Санта Муэрта и Сен-Фуэгос. Так, хорошо, он поставил Вилья Клара, и что он выкупил? Он выкупил вот где военный лагерь стоит, где лошади выкупил, и все остальное. И все остальное это что? Ну, вот клетки Муаи, где кампус. Ну, я бы точно лошадей выкупил, например, если бы я поставил так город, я бы точно лошадей купил, не спрашивая. Ну, что лошади, ну, типа... Ну, почему? Вот они во втором радиусе для тебя и для меня, чего мне спрашивать? Ну, он как-то за горами, типа, это мой второй город. Ну, для него тоже второй город. Ну, кто сильнее, зато прав тут получилось так. Не, ну вот серьезно, в данном случае ресурс на одинаковом расстоянии. У вас вторые города тоже примерно на одинаковом расстоянии от столиц, получается, стоят. Как бы это реально спорная территория. Но я вот как-то его забрал, мне интересно. Это же реально проход в две клетки просто. Что он не так генерал, сделал? Генерал, крестовый поход. Хорошо, ну тут просто поставил юнит. Вот смотри, а он военный лагерь поставил, когда вы уже воевали, да? Да. То есть военный лагерь практически не берется, и ставишь еще юнит вот на излучине реки. Ну, я, вот короче, этой. Сделал так. Он там хорошо все заставил юнитами, где военный лагерь, а вот тот проход он, короче, не закрыл. И там я прошел миссионерами, двумя мечниками, их тасовал, хилил. И у меня было две катапульты, то есть а катапульты под крестовым походом нормальная тема. Почти как бомбарда. Ребята, надеюсь, мы не будем играть до 200, потому что доиграем. Почему ты соседство кампуса и промышленной зоны не поставил? Так, у меня союз с Китаем, Швецией и Египтом. Так, турка уже можно не трогать. Ну, грузина, продолжаем ему дамбу ломать.
горячей линии. Забирай мой город. Мне он на самом деле как-то не нужен. Мне он тоже не нужен. Читать приложение.
Так, значит, уже открыты аэропорты. Давайте алюминий глянем. Ну и хана будет. Всем. Кроме шведа. Так, этот... Ну, давайте уже отправлять китайцу, потому что я с Египтом не планирую в дальнейшем продолжать. Майнс. В Майнс, может, а что у нас? А, как у нас в Майнсе с жильем? Давайте, наверное, в Майнс лучше. Регенсбург мы и так пока будем выращивать. Это, наверное, было не Мокшу брать. Вот Мокша лучше в Регенсбурге. Ладно, давайте в Регенсбург Мокшу. Водяная мельница, канализация, древние стены, банк. Ну, мне золото сильно не надо. Аэродром скоро можно будет. Есть что-нибудь, что я могу вот здесь построить? Большой театр, 8 ходов. Вообще медресе. А, только на холме. Не, ну 8 ходов. Я бы лучше здесь этот тогда аэропорт построил. На самом деле, давайте пока шпиона. 2 хода. Ломаем дамбу, он ее восстанавливает, мы опять ее ломаем. Ну, тут чисто вопрос в алюминии. Будет алюминий, я думаю, все понятно. Будет с... Ух ты, у меня уже 348. Ну, то есть, несмотря ни на... Ну, я тут не все равно не могу выиграть. Как не действуете... Ну что там? Не знаю. Давайте снизим производство за производство. Индонес, а ты как? В смысле, именно за что голосовать? Да. Ну да, наверное, может за производство, действительно. Но мне это надо, чтобы самолеты быстрее строить, на самом деле. Кажется, уже навоевались, надо повысить за промку. Да, я не хочу воевать. Вот, давай, вливаем все за промку. Я не успел вообще подать. Я вообще сейчас проголосую за хрень всякую. Мне кажется, многие не успели. О, похитить ускорение это прикольно, кстати. Да, самолеты будут теперь долго строиться. Ну и ладно. Кстати, слушайте, а мне выгоднее было, чтобы у меня угля не было. Знаете почему? Потому что мне уголь... А, нет, у меня и так 3-2 было. Ладно. Ну, тут надо поставить будет карточку.
Так. Митла. Средств, так, значит, тут убираем, тут ход пропустим, в Магдебурге будем театралку строить, не знаю, в Лунд, что ли, пообращаем. Один заряд. Так, а что? Блин, а что мне? Что-то мне не показывает это соревнование нобелевское. А ты в нем не участвуешь? Я против проголосовал? Трындец. А, да, я же не успел, блин. Долбанный компьютер. Вот какая идея проголосовать против? Я просто не понимаю, почему компьютер против проголосовал. Угу. Так, может, мне кто нефть, кстати, даст? Трипхуана. Тогда бы я подлодочку-то построил. Индонезия, предложение. Он пошел, оплыл. То есть вот это грузин не упоротый, да? По вашему мнению. Не, ну это без карточки долго будет строиться. Подождем, вот сейчас вот этим походил. Разграбил.
Китай мы не можем. Ну, грузина, похоже, придется. 123. Ну, кстати, 123 нормально меня устраивает. Тем более, это еще и Цукуми будет подсвечивать. И он. Ну, давайте рабочую надо этот отремонтировать. И, пожалуй, все-таки проекты. Не хочу я Эрмитаж. Мы тут, ну, мы культуры не победим. А в самолеты надо выходить. И в подлодку. Капер куплю. Это надо обработать. Так, давайте тут рабочего. Смотрю на то, как Египет забирает турка, и думаю, это того стоило. Ну, для турка не давать культурный союз. Это реально вот именно оттуда идет сюда. Еще Аншан есть. Так, улучшение юнитов не нахуй надо, давайте вот так поставим. Для кампуса и промышленной зоны. Давайте рационализм. Плюс 16 немного. Ладно. Четыреста. Вот это поприятнее.
Так, у меня есть один посол, может еще кого-нибудь отправить? Кстати, в Гонконг с проектами. С зрением Гонконг и проекты читаем на гранты. Так, а как бы мне это тут? Никак до 13, да ёлки-палки. Захвачен. Вахен. Уми. Устроил я, короче, себе, блин, под утро заряд бодрости. Что-то тяжело игра идет. В каком смысле тяжело игра идет? Да как-то, ну... То ли сахар упал, не знаю что. Сахар упал. У тебя диабет? Да нет. Так, господа, я походу наигрался. А это кто говорит? Это говорит Хубилай. Я тут умудрился на клавиатуру перевернуть воду. Вот. Клавиатура не работает. Мышкой работает. Самые крутые причины закончить игру. Новая. Блин, слушай, если бы реально в этом проблема была, ну может меня кто-нибудь подменить сможет, потому что я сейчас клавиатуру подключил после того, как продул и протряс, и он у меня начал, она, короче, хреначить скриншоты. А у тебя 300 рублей есть? А? 300 рублей у тебя есть? Нас тут подменяют за 300 рублей. Все настолько страшно? Ну да. Ты пропустил этот момент, да, когда Ганди предлагал? Отключи просто клавиатуру, она тебе не будет скриншоты хреначить. Я раньше играл на VASD в CO. Тоже прикольно. Я даже корпорацию не могу сделать, потому что нету. Блин, а чё я тут? Блин, разбирать придется. Да посуши просто, если ты воду ты вылил. Ну, разбирать в любом случае придется, чтобы посмотреть, всё ли там в порядке. И куда он уплыть мог? Так, меня сейчас нормально слышно, да? Да. Да. Капец, там борьба, конечно. Где? Ученого. А, за ученого. И что, и кто?
Все. Швед проспал. Даже не смотрел. Вот зря. Попил, блин, водичку. Челинь я просто зря сказал. Да, я зря сказал. Это реально. Есть алюминий, отлично. Так, иду через мрамор. Сначала его обработаю, потом алюминий. И давайте посмотрим, может еще где-нибудь поближе есть алюминий. Еще где-нибудь поблизости есть алюминий. Не у меня, не у меня. 3, 4, 5, 6. Ага, в Кёльне. Вассалить гранату будешь? Кёльне. Так, пошли Кёльн забирать. Я не услышал. Он тебя спрашивает, будешь ли ты вассалить гранаду? Нет. Какие-то опять читы пошли от шведа. У нас просто союз с ним третьего уровня. Культурный. А он позволяет разделить бонус сюзерена. Ну, то есть гранада возможность Алькасара строить дает. Если он ее союзник, то и я могу строить. Так, швед, индонезиец и китаец уже в ракетостроении. Я вхожу в промышленную эру. GG, bro, well played. Реально, просто настоящая куба у тебя. Да, вся в... А у меня куба во влажных мечтах. Я вышел в ракетостроение, чтобы все каменоломням плюс одну промку сделать. На самом деле полезно. Вижу, у тебя пытается обалденная стена, короче, еще одна, да? Да, кстати, я, наверное, оставлю этот город, чтобы тупо ее продолжить и замкнуть. Какой город? Джабалпур. Это мой город бывший, ну вот все. Позови его как-нибудь. Так, надо это. А сколько тоже ходов храм Минакши строишь в столице? Я, честно говоря, удивлен своей науке, несмотря вот на это все. То есть это чисто благодаря вот этим проектам. И тому, что здесь просто сейчас огромное производство. За 4 хода отстроит. 105, 146 и 79. Ну я не буду. А, давайте вместе соберем. Посчитаем так. 105, 244, 320. Ну 325, так, производство. А проект приносит 15% приносит.
это не так много. Швед, а что ты Алана Тьюринга не забрал? Ходы делал. Кто его убил? Спасибо. Египет забрал. А ты еще не видишь всю карту Челени? Нет. Блин, я уже... Я только, пожалуй, монгола этого Хубилая не вижу. Я уже на все открыто. Нет, там до тебя в этот добрался. Развед. Нет, я имею в виду, не вижу территорию. Я понял. Блин, ну куда этот капер делся? Был художественный музей. Неужели в этом уничтоженном городе, блин? Спасибо за игру. Всегда пожалуйста. Давай удачи и пока. Имп, кстати, ничего не сказал. Это я ему сказал спасибо за игру. Как? Не, я сказал спасибо тоже. Спокойной ночи. Любопытная партия. Даже я еще не умер. Любопытная? То есть вот... Представь, что ты вот эту себе захват привез, отказавшись от союза культурного. Да можно, я ж не спорю с этим. Можно. А так бы вы наверняка с грузином попилили Египет просто. Растет. Швед, а ты самолеты специально там поставил, чтобы я не смог обработать уголь? Нет, я даже не знал, что это нельзя делать, если он же наверху летает как. Ну, это какой-то странный до сих пор баг, типа, если истребители ставить на клетку. Ну вот, ты сейчас. Да. Видишь, вот убрал. А вот на эту клетку почему-то ни другой юнит не может встать. Офигеть, я вообще первый раз такое слышу, что-то странное. Я, кстати, вот не знаю, почему это Фераксис сделали. То есть, типа, ну, с одной стороны, можно предположить, что эта клетка защищена истребителем, да? Что не может юнит туда встать, но... Но он, типа, защищена настолько, что юнит прям будет убит, типа, нет. Хоть, ну, дайте возможность встать туда, но нанести урон, предположим.
Для достижения культурной победы Китаю осталось 9 ходов написано. Там как, никто ничего? Я тут, в принципе, религии иду, но это я не... Непонятно, как до него добраться и что вообще с этим надо сделать. Я его буду защищать. Да, не надо добираться, надо свою культуру повышать. Но я вот повышаю последние ходы, что-то только. Толку мало. Ну, мы делать ничего не можем. Мы сидим вот с ребятами аутируем. Я тут смотрю, у Китая 5 религий в городе воюют со всех сторон. Блин, хорошо, когда клавиатура механическая. Да. Вам бы индонезиец и швед эту отправить, экспедицию на там куда-то, которая культуру дает кучу. Так это, по-моему... Алексей, продлеваем? Да. Я думаю, что мы не успеем. Да? Да. Кинул дружбу. Ну, параллельно, вы увеличиваете культуру. Ну, конечно, индонезиец главный соперник. Типа, китайцу осталось только Индонезию свою эту обратить. То есть это индонезийцу надо культуру повышать. Ну, у него и так 300, конечно. Ну, вообще, индонезийц, тебе бы союзы закончить с Китаем. Ну, а тут как бы его основная опция — это тоже союз со мной, потому что у него все караваны ко мне почти. В смысле основная опция? То есть у него выбор либо союзиться с тобой и проиграть просто игру, либо не союзиться и какую-то другую возможность иметь. Основная опция. Такая основная опция... Дайте победить Китаю. Уже рогу сейчас буду, поэтому союз через 6 ходов закончится.
Тебе надо просто повышать свою культуру. Хоть проекты читай. Читаю. Я тоже тут уже везде театралки строю, да, всякие. Неужели разница в туризме так сильно влияет на количество туризма? Неужели это что влияет? Мало? Разница в туризме там 100 получается, правильно? В культуре в туризме вообще фигня. Смотри, твоя культура — это защита от туризма. Не важно, сколько у тебя туризма. Важно, сколько у тебя культуры, чтобы он не победил. Туризм — это атака, культура — это защита. А сколько у тебя сейчас туризма? У меня 115. Вот почему у тебя сейчас уменьшился туризм, культура, кстати, индонезийцы. У меня наводнение нахер. А смывало театралки две штуки сразу. Челению предложение. Игра против меня. Так, какое я чудо могу построить? Ну, наверное, Эрмитаж стоило бы построить, кстати. В Гейдельберг надо перебросить. А даже не надо туда, просто его поставим. Там половина... большой театр еще строится. Кстати, я бы его построил. Ну, есть еще вариант покидать, ну, шедевров накидать мне ячейки, трохи культуры поднимет. Честно говоря, звучит немного как чит. Ну, за деньги там, я не знаю, и за бесплатно. Не, ну в том плане, что... Ну да, я понимаю смысл. Ну, тут... ну я просто к тому, что... То есть, мы можем просто все собраться, кинуть шедевры, и, естественно, тогда Челлини не победит. Ну да. Пойдет культура, но это немножко... А потом ты обратно раздашь. Ну это такое... Мне кажется, это не повлияет, попробуйте. Да? Ну, у меня ячеек, если прям все-все забить, то я... На самом деле, китайская стенка — это тоже прикольная опция. Типа, прям, она после авиации дает же кучу туризма. У меня смыло две театралки. Что ж это такое, а? О, шиет. Слушайте. Да, он рыцарем приплыл откуда-то. Да. В Лиссабон тайно назначил. А у меня тут юнит, оказывается, стоял, нифига себе. Блин, серьезно, куда он капер свой дел?
A lady's imagination is very well. Самолеты. Да, стандартизацию. Блин. Ладно, сначала это. Четыре хода, да? Надо как-то уголь задействовать, нефть я задействовал. Но на один фото увеличилось. Поет, пацаны. Поет. Уходи. Союз надо заканчивать. Сколько у тебя ходов? По-моему, 5 или сколько там осталось? 4 хода. Но он может, но он успеет, наверное. Тоже не знаю, что еще можно. Даже карт все повыставлял. Проекты читай в театральных площадях. Читай проекты в театральных площадях. Минус 15, блин. Ну, Виктора сюда пересажу. Будет минус 7. Да. Кёльн — главная ошибка этой игры. Просто его не надо было. Даже Ульм нормально стоял бы, я думаю. Know your own happiness. Вам второй, кстати. 118 Индонезия. 97, да? 93 я. А, так он даже нас, между прочим, не... Кстати, шведу тоже можно проекты в театралочке читать. Я занимаюсь этим. Пилатесом? Активно.
Ну, я не читаю театральные проекты, потому что я здесь не претендент на победу. Самолетиков мы не видим, да? Но следующим ходом, если я увижу, то я начну их открывать, конечно. А, слушайте, я даже ни одного аэропорта не построил, блин. Ага, я могу построить. Что такое тематическое здание? Я себе Чулин играет 6 лет в ЦИВУ и увидел тематическое здание. Нет, реально, я что-то тут никогда не задумывался. Но там, если ты наведешь на название, тебе напишут. Нет, ну вот я построил то и другое, у меня нет эврики на культурное наследие. Значит, это что-то не то. Эврика на культуре. А, точно. А. Вот, ну ты. Ну. Собирается в археологический музей, а шедевры тематический бонус. Так, ну что, не видно самолетов, блин. Придется лучше на баллистику открывать. Это, знаете, у меня тут опять родилась одна мысль по поводу баланса. Вот. Сейчас в шестой ЦИВе нельзя строить самолеты, если у тебя нет аэродрома. Ну это же бред, потому что самолеты не на аэродромах строятся. Мы тут Ташкент кто-то вспоминал. Это как раз жил около авиационного завода, там Ту-154 собирались. Такая огромная, там такой огромный проспект, специально, чтобы самолеты выкатывать можно было. То есть они даже не взлетали с завода, они просто выкатывались и ехали до аэропорта. То есть, по идее, мне кажется, что надо было разрешать... Можно строить самолет, если у тебя есть промышленная зона в городе. Если по балансу, давайте, типа, ну вот, в центре города можно только один самолет держать. Это нормально. Но по-хорошему, почему тут вообще аэродром? Ну, серьезно. Самолеты могут с шоссе взлетать, с дорог взлетать, вообще пофигу. Ну, тут условностей много. Ну, много условностей, да, но вот в данном случае реально было бы проще, если у тебя есть промышленная зона, ты можешь один самолет в городе построить, потом перебросить куда-нибудь. Ну, это логично, согласен. Гранты, посланник, епископ. Давайте, наверное, Магнуса на соседство прокачиваем.
Два хода, и мне не хватает до золотого века 5 очков. Блин, бесполезный немного великий человек. Че, мне самолет даст очки, так? А, и в Магдебурге надо военную академию закончить, это тоже даст очки. Майнц, театралочка, нет. Христос Искупитель, тоже не хочу. Эти субмарины. Так, сколько еще раз ходов? Следующий последний будет? Да. Надо бы военную академию купить. Самолет. Вообще, мне кажется, военная академия и самолет. Этого должно хватить. Щепление ядра. Украл. Так, сначала покупаем военную академию. А, все, блин. Я уже в золотом веке. Кайф. Вербовка партизан. Блин, я понял. Египет, предложение. Я выкинул, потому что закончился союз с Египтом. Прям к этому. Я не понял, как я набрал 5 последних очков. Давайте посмотрим. Плюс 2 за счет многолюдного Ахена, так? Плюс 3 за счет коммерческого района. Ну и плюс 3 за счет... Блин, мне можно было военную академию не покупать. Швед со мной дружит, хотя он всех нас забрать может. До сих пор. Он, правда, не вышел в современные самолеты, а вот этими это хрен заберешь. С другой стороны, тем более, что мы в этих... Там-то Митлу перекупил, да? Пять отваливается. Может, мне Египет забирать? А не Грузию.
Так, время выполнения, хищение средств, контрразведка, губернатор. Губернатор. Блин, там же затапливает. Уже вторая фаза. Давайте компьютер откроем. Ребят, слушайте, у вас же 5:30 утра, что ли, уже? У меня, да. У меня 7:30. У меня 5:30. Ну и чё, как настроение? Глаза закрываются. Просрал ночь. Я не знаю, как он... Я точно просрал ночь. Зачем ты нашу... Зачем ты нам рассказываешь о своих болезнях? Как самочувствие вообще, как... Стремление к победе. Хочу в туалет. Победа будет в следующий я раз. Я не знаю, понимаете, у меня соседство кампусов хреновое. Мне кажется, туалет. Это нету смысла брать. Это тоже. Хотя это самолеты бы... Но там плюс 100% к производству. Нет, и реформа. Артефакт промышленной эры. Прикольно. Все, я победил, я открываю осадную тактику, это самое главное. Китай, как вам предложение? Коллективизм нафиг, у меня нет. Сейчас тяжелое время. Сейчас каждое золото на счету, да? Да. Давайте, наверное, либо... Блин, или гавань. Не, либерализм давайте. Так, что здесь? Мне бы здесь на алюминий. Кстати, Индонез, если мы сейчас не продлим союз, то твоя промка сильно упадет. Либо ты проиграешь, и мы все. Да вряд ли. Да я вряд ли проиграешь, но... У меня рокеры хорошие сдохли, типа. Это... Вот вчера это, они выжили. Это сейчас хорошо. Говорит тот же человек, который говорил недавно, вам это не поможет. Даже если... Типа... Ну, тут уже... Да, тут уже не поможет, да? Кёльн, вот это моя огромная ошибка. У Китая, раз тебе денег жалко, вот это такое предложение. Я думаю, мы сойдемся.
понять, куда он этого капера дел. Я вообще не понимаю, откуда у меня 500 науки, честно говоря. Это вот этот трындец немецкий с проектами. Это просто вот это... То есть, мое развитие не предполагает, что это вообще могу на что-то претендовать. Но проекты — это просто мрак. Там кто-то говорил, что этот ночь просрал, а то, что ты субботу просрал, это не особо беспокоит, да? Мне ехать сегодня в 11 часов на дачу. Я не спал. Я не знаю. Мне картоху мутно. Сажать? Слушай, а зачем 5 марта ехать на дачу? Что там? Шашлычки пожарить. Ну, это вкусно, да. Ну, холодновато отдохнуть. Все равно, нет. От Москвы. Да, я вот Москву очень не люблю. Мне так Москва не нравится. Это я... Хотя я все детство провел в Москве. Но Москва моего детства совершенно другая, чем сейчас. В мою молодость 80-х... Москва — это был прогрессивный город, когда ты приезжал и смотрел: вау, Зеба, как там клёво, вау, троллейбусы с прицепом, вау, метро офигительное, вау, такой. Потом приезжал в свой провинциальный Минск и думал: блин, как у нас все убого. А потом я вырос и приехал из Минска, где все можно оплатить карточкой, в Москву, где ни хрена нельзя было оплатить карточкой. Ну, это было, конечно, лет 10 назад, но тем не менее. И я такой: ё-моё, и вокруг эти... Везде тебя пытаются обмануть. Да, дружелюбные люди везде. Такие, знаешь, которые помогут реально избавиться от денег, от большого количества. Моей матери какой-то, не знаю, шарлатан впарил AirPods за там две штуки за 4000, они говняны, они даже не работают просто. Это ты... У меня, я продаю по рыночной цене AirPods Pro 16500. А того шарлатана не Хуан звали случайно? Антон. Антон, а, ты похож на Хуан. Я же Хуан Антонио. Челинев, зачем ты впариваешь паленые AirPods? Я не паленые, я оригинальные впариваю. Оригинальные?
оригинальная паль. Они просто через, через таможню прошли. Стоит ли мне кампус строить или нет? Как мне еще мама говорила, что это... Сейчас какой-то опер тут сидит и такой слушает меня. Прослушка через стрим. Где, на Дискорде? Да, тут в Дискорде, ну кто-то может же тут быть опером. Ну, в принципе, кто-то может. Конечно, люди играют в ЦУ, и не обязательно... То есть могут быть и милиционеры играть. Ты не выиграешь, ты сядешь за решетку. У тебя немного вариантов. Я даже не знаю, вот что мне в этом Кёльне делать? Нафига мне вообще этот город просто? Это какой-то... Который только слушает. Ладно, поставлю шпиона строиться, но это просто такое бесполезное ничто. Члини, открой, пожалуйста, свой туризм. Ну, не туризм, а туристов во вкладочке, там, где победы. Ой, не, наверное, надо идти спать. Потом досмотрю на ютубе у Лёши. Тропический раз. Окей. Ты думаешь, что стрим Челлини будет на ютубе? Не, ну... После поражения так-то я стрим... Кстати, а что ты Челлини на ютубе? Ну, реально, что ты в Дискорд стримишь, а не куда-нибудь? Ну... Да. У меня комп стоит 10 за... Скажи, Челлини, а вот эти вот зум-ин, зум-аут, я надеюсь, это технически, а не ты так делаешь? Я так делаю. Ну, я надеялся, что... Не знаю, это привычка такая. Я сегодня пытался по ОБС постримить. Ничего не получилось, и у меня просто комп выключился. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!